Первый летний день Караганда отметила детским праздником. Международный день защиты детей улицы города заполнились улыбками и смехом ребятни всех возрастов. Взрослые постарались на славу. Корреспонденты Первого Карагандинского увидели все своими глазами. Площадь перед бегапарком была заполнена детворой с утра и до положенного срока гуляния на улице. Мамы и папы только успевали крутить головами, следя за своими отпрысками, как бы те не потерялись. И не мудрено. Столько интересного вокруг. Шары, шарики, сладкая вата – это только прелюдия. Ростовые куклы были центром внимания ребятни. Они водили хороводы, играли в паровозики. А клоуны? Кто же не улыбнется, просто посмотрев на этих озорных чудаков? Бегапарк – это огромный развлекательный комплекс. Устроил такой замечательный праздник. Созвал вот клоунов, ростовых кукол. Это самый прекрасный день, я думаю, для деток. Очень запомнится. Несмотря даже на погодные условия, детки счастливые, довольные, радостные. Каждый праздник имеет свою изюминку – сюрприз. Таким сюрпризом стала безвозмездная, как поговаривала мудрая сова из Винни-Пуха, раздача растишки и очень полезных соков. А все это придумала компания организаторов «Бегапарк». «Бегапарк» поздравляет всех детей с Днем защиты детей, дарит им бесплатные шары, раздают также представления, конкурсы, игры, чтобы все дети наши всегда радовались. Также бесплатные йогурты, напитки, чтобы всегда дети у нас были жизнерадостными, веселыми. Мелкий дождик не стал помехой празднику, его просто никто не замечал. Лето началось, пора солнца, забав, отдыха, в общем, раздолье детворе. Сергей Высокозов, Марат Култеев, Первый Карагандинский.